Телеканал КРТ представляє. Тем не менее, сегодня Нацрада лишила телеканал КРТ лицензии, поэтому спутниковое вещание в скором времени многие не будут иметь возможность наблюдать наш телеканал. Прошу студию включить, как это было, как Нацрада, по сути, атаковала свободу слова у нас в Украине. Хто за те, щоб переоформити та продовжити строк дії ліцензії, прошу голосувати. 0 голосів. Хто проти? 5 голосів проти. І хто утримався? 2. 3 голоси. 3 голоси. 3 утримались, так? 3. Отже, таким чином не прийнято, не ухвалено рішення про переоформлення та продовження строку дії ліцензії. Чуть не захлопала, мені кажеться, від цього рішення. Прям похоже, така рада я була. Так от обрадувала це чоловіка. Рада, національна просто. Рада. Не, ну согласитесь, я думаю, что это прекрасно. Вот, и даже если вот брать с точки зрения чисто юридической, это абсолютно незаконное решение. Но опять же, вот, Олесь, как ты думаешь, вот, почему вот Нацрада, вот как только Тарас у нас стал, собственно, главным на канале, мы начали активно продвигать все наши вот такие новые проекты. Вот почему вот сразу же, вот каждый месяц, вот Нацрада, как только делает заседание, они начинают с вопроса, а давайте-ка выпишем телеканалу КРТ новую внеплановую проверку. Ох, это Киевская Русь, чтоб ее, да? Давайте по ней что-нибудь забацаем. Ну, и каждый месяц прямо. Я посмотрела это заседание немножечко более расширенно, чтобы понять контекст, как они вообще там пришли к голосованию. Там вот несколько членов Нацсовета, кстати, высказывали, ну, сомнения относительно голосования за это члены решение. Члены и одна большая членкиня. Нет, члены такие, вот, да, прямые, собственно. И они говорили, было же назначено 5 проверок. Мы не увидели результаты. Как мы можем голосовать, если мы не видели результаты? И это абсолютно резонный, собственно, вопрос, а как они голосовали, если они даже не получили еще результаты проверок. Проводили 5 проверок? Я услышала про количество 5. Все провели? Все не провели. Олеся, не провели. Не надо вот возвращать нас в этот, понимаешь, рациональный мир. Зачем? Все зрители, кто нас смотрит, понимали, как было дело. На протяжении последних месяцев, да, четырех месяцев было назначено 5 проверок на канал. Именно так. По жалобам, либо же они там, вот это вот, их медиа-вотчдоги, медиа-собаки, я их называю, отсмотрели что-то там и решили написать какую-то жалобу. Но до проверки, собственно, дело не дошло. Что не говорить уже о результатах. Ну, как бы, и грош цена вот этому было голосованию, когда, ну, все абсолютно не в правовом поле, а в поле, а давайте поднимем ручки, кстати, нравится, ребята, не нравится, спи, моя красавица. Не в правовом поле, а в другом поле, там, в поле подсолнуха, мне кажется. Да, да, да. Ну и по сути такой нюанс. Нацсовет же, как мне кажется, и опять же таки по моему опыту, пытается договориться. Ну не публично, а так вот, типа, у вас, конечно, есть шансы справиться, но вам надо там смягчить относительно тех и тех позиций свою риторику. А если вы отказываетесь, ну тогда будет по закону. Ну вот, типа по закону, но не по закону. Как бы мы назначим вам проверки, но без результатов этих проверок проведем голосование. Честно.